нашей жизни, где столько труда и усталости, столько боли в груди, столько слез на очах. Для усталой души одно место осталось, это Божьего дома уютный очаг. Слышится весть о спасении, возвращается смело Христа благодать. Еще слышны молитвы и дружное пение, еще падая люди умеют вставать. Здесь далекое прошлое с нами сочетается просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности, еще к Богу поднять не стыдятся лица. В этом доме поныне душой сокрушаются, еще не забыли о слове прости, еще в память о Господе хлеб преломляется, погибающим можно спасение найти. Среди мира, в котором невольно вращаешься, так ценить начинаешь собрания святых. Смыслом Божьего слова сильней наслаждаешься, смыслом вечным глубоким глаголом живи. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, еще к Богу поднять не стыдятся лица. И все наши болезни, падения и слабости так ничто же в сравнении с недугом мирским. Есть так много еще утешения и радости, и внимания чуткого к душам людским. Пусть вся жизнь будет радостным благодарением, каждый день, каждый час, каждый прожитый миг. Зато самое сладкое в мире общение, церкви Божьей, собрание Христовы, святые. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности, еще к Богу поднять не стыдятся лица. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности,
еще Богу поднять не стыдятся.